мог помолчать. Мистер Хамбл, как хорошо, что вы пришли. Спасибо, дорогая. Надеюсь, я... Дэйв, ты должен подсказывать. Дэйв! Извини, Дэйв, тебе скучно? Что говорить? Сейчас. Это мастер звонит. Я должен ответить. Это мастер звонит. Я должен ответить. Стоп. Нет, это не то. Завтра в 3? А если в час? Нет, в 3 не могу. Нет, так ничего. Нет, стоп, я... Алло! Идет репетиция. Я сегодня немного закрутился. О, вы закрутились? О, может, вам водички дать? У меня близнецы. Да, но я... Дэйв? Дэйв? Эй, есть кто дома? Дэйв? О, ты не спишь. Я хотел сказать, тебе нужно отдохнуть. Ты болен. Да, я знаю, Элвин. Мне так плохо. Я это и сказал. В общем, врач велел не вставать неделю. И можешь не волноваться. Я поработаю отцом. Что? Нет, Элвин. Звони мисс Миллер. Я понял. Приятных снов. Алло? Эй, мисс Миллер, Дэйв просил меня позвонить вам. Рад был поболтать с вами. О? Все, Дэйв, я позвонил ей. Что случилось? Ну, ребята, выходит, я ваш новый папа. А? Дэйв ушел? Нет, Теодор, он заболел. Ну уж нет, это исключено. Ты даже не знаешь, как это тяжело быть родителем. Видно, не очень-то. Раз Дэйв взял себе 3 гиперактивных бурундуков. Он не брал. Мы стояли у него на пороге, пока он нас, наконец, не пустил. Помнишь? Неважно. Главное, я буду классным папой. И сразу говорю, я не буду ворчать, как Дэйв. Ты будешь хуже, чем паук-волк. А они едят детей. Что? Да? Может, заключим пари? Я буду крутым папой целую неделю. Нет, хорошим папой. Это другое. Если я выиграю, мы идем на медитацию. Ха-ха, идет. Но если проиграешь... О, идет. О, папа, что на завтрак? Я рад, что ты спросил, малыш. Полезный завтрак, пирог и попкорн. О, классно. А тарелки помыть? Нет, а муравьи-то на что? И как, интересно, мы попадем в школу? Это унизительно. Мы опоздали. Так, трусишка, спокойно, все под контролем. Не ругайте Саймона за опоздание. Дело в том, что он просто лопух. А я возьму. Я не готов к завтрашней контрольной. И не надо переживать, Теодор. Завтра в школу не пойдешь. Ты и твой папка. Вы пойдете завтра в новый аквапарк. Ура! Спасибо, Элвин. Что ты за отец? Веселый отец! Я хочу позаниматься. Нет, Теодор. Если ты не заметил, я очень занят. Ой, извини, но мне еще нужен костюм для спектакля.
Что? Нет, Теодор, это глупая затея. Но... Теодор, ведь игры лучше, чем спектакли. Нет, не лучше. Вот и умница. Я рад, что ты понял. Оу, повар на кухне, и он кормит всех-всех детей. Ты снял его со спектакля? Да, я снял. Классный папа, да? Нет, Элвин, пойми, хороший отец не тот, который думает о своих интересах, а который помогает своим детям. И вот еще идея. Начни слушать их. Извини, я не слушал. Посмотри на него. Видишь, какой он печальный. Ха-ха-ха. Хороший отец учит детей, что жизнь полна разочарований. Ты проиграл пари, мой друг. Не тебе решать. Хорошо, тогда выберем тебе судей. Ты троих, и я троих. Ху-ху, идет! Уважаемые судьи, вы все слышали и видели все улики. Поднимите руку, кто считает Элвина хорошим отцом? А? Что? Я же вас выбрал! И заплатил вам. Ладно, мы вернем деньги. Ты ужасный отец. Опять сухой завтрак. Может, мисс Миллер сделает суп? Ну, честно, она повариха, так себе. Дэйв все болеет. Саймон, дай мне еще один шанс. Прошу, я знаю, я все исправлю. Я понял свои ошибки. И даю слово, если не смогу, буду ходить на медитацию по выходным до конца своей жизни. Элвин, все это потому, что ты ненавидишь проигрывать? Да, но еще я хочу доказать, что могу. Ладно, даю тебе последний шанс. Завтра в 3? Нет, не пойдет. А сегодня в 1? Нет, я же сказал, в 3 не могу. Нет. Слушайте, я... Алло. Актеры, все сюда. Это наша последняя репетиция перед спектаклем, и ваша игра должна быть идеальной. Мистер Чарльз. Извини, он не участвует, много пропустил. Но я знаю всю роль. Извини, я не уступлю. Мистер Чарльз, стойте, прошу. Он так мечтал об этом спектакле все время. Взгляните на него. Он талант. И он так старался. Не наказывайте его из-за того, что Дэйв ленился водить его на репетиции. Вспомните, дети не отвечают за грехи своих отцов. О, я слышу слова театрала. Ладно, беру его. Зак домой. Не повезло. Куда это ты? Надо принять мастера, забрать белье из химчистки, убраться и сделать обед! Что тут случилось? И где мисс Миллер? Я был глупцом. Я думал, что справлюсь. Но быть отцом это... Я не хочу это делать, Дэйв. Я помогу, Элвин. Ого, Элвин, ты смог. Ты победил. Я так поражен. Спасибо, Саймон. Да, ты проиграл. И я думаю, что тут есть важный урок для всех нас. Ну, конечно, не для нас, а для тебя. Что я, Элвин, могу сделать в принципе все, что захочу. Элвин, я починил туалет.
Да, вместе мы можем все. Но, Дэйв, Элвину нужен коврик для йоги. Как я это ненавижу!